которое вы сейчас увидите. Это показательный номер Ирины Чащиной, ее упражнение со скакалкой. Дело в том, что в соревнованиях Ира не смогла принять участие, поскольку заседанием антидопинговой комиссии ее и Алину Кабаеву дисквалифицировали до августа. И вот выступать они могут только показательно. Выступление это было еще любопытно еще и потому, что вот эта скакалка совсем новая композиция. Ни на одном соревновании она не была опробована. Так что можно сказать, что это дебют. Это лишь начальная версия упражнения, которое для Ирины Чащиной составил хореограф Дмитрий Бегак. Безусловно, вместе со своим тренером Верой Штельбаумс Ира доведет его до ума, добавит каких-то интересных связок, ставит побольше элементов, берет максимальной сложности, и уже на следующем турнире